обзор на вот эту вот вещь из AliExpress. Как вы думаете, что это? Наверное, некоторые, может, догадались, может, кто-то не догадались. Но это вот такая вот подушечка без зубик. Я ее заказала на AliExpress. Пришла она ко мне, кстати, очень быстро, скажу. Вот. Такой вот без зубик. У него вот такие золотые глазки. Такой красивый. Еще у него немножко вот лапки тоже так отливают на свете золотым. Мордочка красивенькая. Это такая подушка, ну, как интерьер на кровати вот так вот может лежать. У нее есть крылышки такие маленькие. И вот такой вот хвостик. Красивый. И эта игрушка может, ну, подушка-игрушка, это как я поняла, потому что она может быть как подушкой, а одновременно как игрушкой. Вот тут такая вот застежечка, вот так вот застегивается. И вот такая вот игрушка получается. Такой беззубик игрушечный. Игрушка, в принципе, красивая. Ко мне она очень быстро дошла. Качественная довольно. Ну, только немножко как минус, я даже не считаю это, что как бы у беззубика не белые такие вот штучки. И хвостик немножко по-другому выглядит. Ну, а так, в принципе, даже во всем очень даже похож. Я жду еще, конечно же, покупки с AliExpress. Может быть, выйдет даже потом еще одно видео о обзоре покупок еще одних из AliExpress. Еще я хочу снять видео сравнение беззубика вот из AliExpress и из Магнита, которые проходила акция, вот, которые игрушки в кружках, вот. Ну, очень, кстати, вот хороший вот вариант, как вот, если вот, вот для красоты очень красиво. Ну, как игрушка, в принципе, тоже, я думаю, красивая и хорошая. Здесь даже вот бирочка такая. DreamWorks, как приручить дракона. На другой стороне, типа там с 3 лет. Тут по-английски все написано. Ну, очень красивая, конечно, подушка-игрушка. Ну, вот. А как ее превратить обратно в подушку, это вообще легко. Очень мягкая, такая прям, там пух, наверное, какой-то, я не знаю, мягкая довольно. Я не знаю, как спать на ней, но вот так вот, наверное, можно прилечь. Ну, очень красивая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока!